Всем привет! Я рад вас всех приветствовать на своем канале. Сегодня будет небольшой ролик, как и обещал. Буду стараться в районе 5 минут делать, чтобы вы могли полноценно посмотреть информацию с начала видео и до конца. Сегодня я расскажу про акваопонику, она же гидропоника, когда растения растут в воде без грунта. Вот. У меня пруд, да, кто не знает, сейчас немного цветет. Вода поступает в фильтр, потом биозагрузка здесь. И вот так она сливается, вода. Вот. Вот так она идет. И здесь растут растения. То есть здесь, там мы пробовали землянику посадить, но пока довезли ее без земли, она засохла. Вот перец у меня растет. Помидоры растут, клубника растет, вот клубника. И хочу обратить внимание, вот земляника принялась. Вот. Раз кустик, два, три, четыре, пять кустиков. Вот хочу обратить внимание то, что насколько вот темные листы, да, вот они темные, они большие. Эти растения у меня были пересажены раза 4. Кому интересно, можете посмотреть предыдущее видео, почему. Вот. И, соответственно, вот уже первые огурцы. Ладошка у меня не маленькая, поверьте. Вот огурец. Вон там еще огурчик. Ну, в других местах, ну, везде огурцы, вон цветки, видите, да? Все растет. Я их сейчас немного прорежу, то есть я их, грубо говоря, вот здесь буду сажать, через один здесь буду сажать вот так. Потому что у них начинают вот отрастать боковушки. Вот. Пасынки, да, они называются. Вот боковушка, да, растет от основного стебля. Вот, их тоже буду подвязывать вверх. Хочу обратить внимание, то, что на листьях нету никаких болячек, ничего нету. То есть вода, у меня здесь карпы кои, просто караси. Вот, вода насыщенная всеми удобрениями, поступает. Растения полностью берут на себя ее, очень быстро растут. Прямо замечательно. Вот, также и перчик. Они у меня все опавшие были, перчики. Вот, вот перчик. Вот перец. Вот перец. Здесь нет почему-то. Вот перец. Здесь томаты уже цветут. Все цветет, но только не пахнет. Все она замечательно растет, все темные листья. Все, что ниже, да, это были раньше, когда они росли в земле, когда их там корни пообглодала рыба. Вот. Все, что сверху зеленое, темное, это вот выросло и прекрасно себя чувствует. Вот базилик. Вот. Сантиметров 30 высотой, просто поливаю водой из пруда. Вот насыщенный он такой. Земляника тоже вон. Тоже все поливаю. Все из пруда поливаю. Клубника. Вон, какие кустики были маленькие, кто хочет посмотреть. Вот, клубничка, раз. Вот здесь клубничка. Уже ели до этого клубнику. Вот. Вот здесь принялась земляника. Вон, да, видно зеленый. Вот, так что такие вот дела. Вот такая вот акваопоника растет на воде, без грунта, без лишних проблем. Не надо ничего ходить, поливать. Ничего этого делать не надо. Все прекрасно растет. И не доставляет проблем. Все автономно. Спасибо, что
досмотрели до конца, обязательно поставьте лайк. Это помогает продвижению моего видео и мотивирует меня снимать новые видео, рассказывать вам о новых моих нововведениях. Ну, если понравилось, поделитесь с друзьями. Если что-то непонятно, оставляйте комментарии, запишу еще видео. Ну и все. Всем пока.